Великой Отечественной. Все, я поняла. То есть это. А эту ты тоже знаешь, да? Да, я все знаю. Понимаешь, вот так мало репертуара, и вот сейчас все идут ко мне в класс, потому что никому не нужны ни джазовые стандарты, никому ничего не надо. Потому что они уже давно были должны, не нужны. Так вот, все просят репертуар совсем иного плана. Mm-hmm. Мы тут все сдвигали, пока был экзамен. Сейчас я тут обратно все верну. Ой, когда все будет в порядке, а я не знаю прямо вообще. Я боюсь, как бы вот так вот, знаешь, какой-нибудь провод. Ну да, да. Отойдет и все, и что? И что? Так. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Нормально все. Я скачала твою песню. Ну что, хочешь что-то попробовать, да? Ну да. Давай. Я сначала посмотрела, что там с бэком, но там бэк не основной голос. Лара Фабиан. Ага. Thank you.
Какая песня? Девочка моя. Так ты же ее чувствуешь, ты ее прекрасно понимаешь. Я, конечно, тут особо тебе много. Я попытаюсь здесь вот некоторые моменты, которые в голове сели. Первый момент. Нет, а ты прекрасно ее чувствуешь, потрясающе спела. Замечательно спела. Причем она 4.34 идет, а я прямо вот слушала и как бы ты держишь. Mm-hmm. Потому что это у тебя энергетика такая, ты прям притягиваешь и держишь. Это так здорово. Понимаешь, где, когда бэки, мы ничего не можем там делать, и все, и ты там прекрасно все это поешь. Mm-hmm. Все это замечательно. Первый момент в теме, да, вот в начале. Mm-hmm. В начале. Сейчас ты начнешь там петь, и я тебе скажу, какой момент. Вот там можно было бы передвинуть там качельки две какие-то. Они как бы получились такими методичные. Их как-то хотелось бы по-другому. Это первый момент. Второй момент, там, где ты ушла, а оставила бэк-вокалиста, ты там просто что, отдохнуть хотела? Совсем не хочешь там с ними спеть? Я пока не понимаю. Ну, там можно... А, в смысле, вообще в начале все? Нет, там, где... Нет, не в начале, а там, где ты отдыхаешь, а там идет бэк-вокал, там идет вокалист. А, я поняла, перед вторым куплетом. Да, в фонограмме. Может быть, частично там отдохнуть? Можно. Может быть, перед вторым куплетом взять, наложить второй голос сверху, снизу, как угодно. Там получается два, может быть, я не знаю, какой-нибудь третий. Ну, то есть, можно, в принципе. Можно с кем-то унисон там. То есть, перед тем, как войти во второй куплет, как бы, этот второй вариант, второй момент. И, значит, третий момент, немножко, мне кажется, в кульминации перед эпилогом оторвала высокую ноту. Я поняла. Вот все. Ну, давайте. Вот все. Ну, давай попробуем сейчас сначала, что я там, что я имела в виду вот с этими там качелями, там двумя. Давай сначала. Mm-hmm.
А что там в начале за нота была такая грязная какая-то? Ну, я что-то не знаю, мне казалось вообще какая-то низкая позиция. Ты сейчас тут поторопилась в этой строчке. Надо перед высокой ноткой, начини перед этим. Не торопись наверх. Ты предыдущую подготовь. Подготовь предыдущую, подначини ее, сделай на ней крещендо, тогда ты хорошо пойдешь наверх. Mm-hmm. Ты сейчас просто все. Давай еще раз сначала, потому что там одна прям нотка. Какая-то неточная такая. Сейчас место тут замечательно спело. Маша, ну так замечательно спело. Давай, лови.
такой маленький, мне показалось, ты же раз так много. Ну, да. А там совсем он маленький, тебе там и отдыхать-то некогда. Ну, первую сразу. Вообще, вот у меня принцип такой, что вот как бы не накидываться сразу, да что ж ты будешь делать. Просто та-ра-ра, потом ты, да. Ну да, ну хотя бы чуть-чуть-то передохни, хотя бы чуточку. Надо хорошо, да, что ты будешь делать-то?
потому что не раскрывается звук, где вот это вот самое там. Ты мало сужаешь его. Угу. Ты мало сужаешь. И потом мало работаешь, понимаешь, что вот сейчас вот два диплома своих получишь, ты идешь, ты просто помни всегда о том, что сначала дай ровного звука, прямого. Угу. Прямого звука. Видишь, у тебя два в одном в тебе борются, там тебе одно, значит, здесь тебе Викторовна, а другое, то есть в тебе, понимаешь, все, а ты еще собираешься дальше учиться, высшее поводом, то есть тоже у тебя борьба будет постоянная, стилистическая, понимаешь? Ну, может быть, не будет. Ну, посмотрим. Ну, да. Другая специальность. Ну, может быть, как Бог даст, да. Ты сверху вообще вот тут справишься в кульминации, если вот тебе сделать на полтора. Можем попробовать. Вот в этом месте, то есть там, где ты. Я поняла. 2:30, там все. Потом, значит, там, где у тебя идет вот этот вот вокализик, там все, когда ты идешь та-та-та-та наверх вот этих, не хватило вот этих включений. Акцентов, вот то, что делали тогда в Бродке, по-моему, или в какой-то песне делали. Да, да. И ты там прекрасно ты все это уловила. Здесь то же самое. Сейчас вот это место найдем. И потом все равно с финалом сейчас поработаем. Все замечательно. Представь себе, что ты поешь что-то на одном дыхании. Цепляй его как угодно. Mm-hmm. Понимаешь, только не ритмично цепляй его. Mm-hmm. Представь себе, что она у тебя одно дыхание. Mm-hmm. И потом у тебя... Понимаешь, как на воздушной подушке, там вот дальше у тебя идет. Ты поняла, да, о чем я говорю? Вот сейчас попробую, не знаю, в самом-самом конце дотягивай, у тебя полно дыхания. Mm-hmm. Не отрывай этот вокалист раньше времени. После этого прямо натек такой должен быть. Здесь должна притормозить. Ну-ка, да, это совсем небольших акцентов, вот совсем чуть-чуть, и все, у меня сразу все дыбом, не осталось. Попробую петелечку эту сделать.
так получилось. Без Лисанда сделала по-другому и все. Прекрасно. Все, не надо там тебе дышать. Тебе нужно взахлеб переть. Это же самая это финальная точка. А в эпилоге вот здесь вот поторопилась чуть-чуть. Там, смотри, там в аккомпанементе. Фонограммки. Там идет в аккомпанементе. Ты быстро спрыгиваешь. Еще раз. Пианиссимо. Это же может быть просто мысль, которая внутри тебя немножко вышла где-то наружу. Ну что? Ну смотри сама. Здесь все. Мне главное, что ты на эту Е посидела там подольше. Это, значит, это по уху прямо это, да? Это я просто все. Ну, конечно. Там же ты же держишь ноту. А то я взяла, вычленила тут кусок фонограммы. Маша, да, все. Да? Мне очень понравилось. Шикарная вещь совершенно. Просто потрясающе. Еще никогда не слушала. Ну, вот я тоже как-то один раз услышала и все. Не слушала. Может быть, с Юлей взять на четвертом курсе, допустим. Она очень сложная. Ну, Лара Фабиан вообще, в принципе, сложная. Ну, она очень сложная, но не знаю, как с Юлей пойдет дальше. Развиваться дальше. Ну, классно. Можно мне еще мюзикл спеть? Давай. Парад? Александр Валерьевич сегодня вспоминал апрель. Я тут ворковала. Он вспомнил, говорит, ну, раз пришел. Ну, как же я пришел, так. Да-да-да! Здравствуйте. А можно мы поставим? Да легко, конечно. Спасибо. Конечно, солнышко. Лизонька, вы хоть приходите, занимайтесь. А вот Рамазан говорит, со следующей недели уже и придем. А, он будет на следующей неделе приходить на уроки? Так сказал? А, анонс. То есть завтра у меня еще выходной, он мне выходной еще прописал. Не получается. А, то есть завтра я с ним, ну понятно, вот, ладно. Я его заставлю, так что уже пора, уже пора. А, ну да. Ладно, до свидания. До свидания, Лиза. До свидания. Ну давай, пора.
Какой темперамент там у нас, артистка какая, а? И расщипа там подобавляла, чего там только не было всего этого. Я уже давно не повторяла. Ой, Маша, артистка наша. Я артистка наша. Так тебе нужно на актерской, когда пойдешь поступать, тебе надо петь. Вот так вот надо. Там надо петь вообще? Ну, Саяна сказала, что там, видимо, без музыкальной школы, что ли, идут. И вот они увидели, что вот у нее там с эстрадным пением, там с музыкальной школы. И это, ей сказали, она очень много пела. Ну вот ты пора, ты пой. Там на вступительных. Единственное, что понимаешь, ты вот входишь в образ, ты же очень любишь петь, это все твое, твои стихия, дойдите все, я буду петь. Вот. А ты знаешь, как интонация начинает? Она начинает просто эмоциональный яд, он начинает все здесь так вот в этом плане нужно. Грань, да. Я понимаю. Особенно вот на начале как-то там пошли расхождения. Так. А тут в конце немножко дикционно подзаболтала. Да. Прямо подзаболтала. Я говорю, что я давно не повторяла. Ну все хорошо, хорошо, повторила, молодец. Замечательно, Машенька, все это. А вот тут вот нужно, понимаешь, и глаз горит, но зато какая ты была. Вот мне на интонацию начихать. Вот на эти вот все. Это вам, а там кому-нибудь. Нет, по большому счету, понимаешь, ты получаешь диплом не только преподавателя, ты еще получаешь диплом артистки эстрады. Артистка эстрады. Артистка. Ну, ты же, извините, не сольфеджио вышла петь. Ноты чистые. Ну и что? Ну спела чистые ноты, ни уму, ни сердцу. А так, понимаешь, ты же приковываешь, на тебя же смотришь, тебя кушаешь прямо. Ты же держишь. Ты держишь зрителя, поэтому я тебе просто... Ты сама слышала про эти ноты, да, тут, значит, дикционно все это, тем более, что ты столько не пела. Понятно все. Ну ладно. Ты смотри, значит, если нас завтра собаками тут не выгонят, ну вот завтра тут... А завтра мы в репетиции. А во сколько? С утра. А, с утра? А, вы там с дельфийскими репетициями. Да, мы на Кристалл-арене. А, понятно. Я просто к тому, что раз Рамазана не будет, я могла бы, допустим, поработать с тобой еще. Ну ладно. А во сколько? Вроде как мы завтра вроде до обеда. До обеда? Угу.